Одной из самых уважаемых и одновременно трудных профессий считается работа педагога. Для каждого ясно, учить можно только тому, что сам хорошо знаешь и к изучению чего питаешь большой интерес. Для детей учитель является значимой фигурой, способной обучать не только школьным премудростям, но и жизненным. С самого детства я жила и росла в семье учителя. Моя мама тоже учитель, она преподает иностранный язык. Обстановка подготовки к урокам, проверка тетради, творческий подход к занятиям оказался увлекательным. Был ли в вашей жизни человек, которого вы считаете своим главным наставником? Я уже говорила, что моя мама с самого детства была для меня учителем, примером учителя. Она заложила во мне любовь к профессии, к детям. А в университете у меня появились наставники-педагоги, которые вложили еще и профессиональные навыки. Файзет Измайловна Хейшха свой предмет знала так, что на парах порой заслушивались. А Асят Каральбиевна Пшизова привела любовь к литературе и чтению вообще. Отрадно осознавать, что в общеобразовательное учреждение муниципалитета приходят работать молодые педагоги. Рузета Хаконова работает в школе номер 6 поселка Дружба первый год. Но, несмотря на короткий стаж, завоевала уважение коллег и учащихся. Рузета Руслановна пришла с 1 сентября буквально к нам в коллектив. Ее приняли, конечно, все добродушно. Человек она тоже интересный и очень хороший, проявила себя как хороший специалист. И, в принципе, уроки она дает хорошо, интересно проводит свои уроки и занятия. Работает она с 5-ми классами. Это как для них тоже новый этап жизни и для нее тоже. Не секрет, что молодому специалисту достаточно легко расположить учеников к себе. Очень важно найти ту золотую середину, которая не позволит ученикам мешать проведению урока, нарушая дисциплину в классе, и при этом иметь расположение детей, быть для них не только учителем, но и другом. Быть учителем – это отдаваться детям, слышать их, чувствовать их, постоянно совершенствовать свои умения и навыки, развивать детей и развиваться вместе с ними. Эта профессия требует огромного труда, терпения, доброты и самоотдачи. Каждый, кто хочет стать учителем, должен быть уверен в том, что сможет ответственно относиться к своей должности, так как в его руках находится судьба будущих поколений. Рузета Руслановна не только хороший специалист в своей области, но и теплая, доброжелательная личность, что помогает ей устанавливать доверительные отношения с каждым ребенком. Сегодняшняя молодежь, особенно младшего возраста, очень сильно увлечена гаджетами. Исключить их из жизни уже не представляется возможным, но можно использовать их в своих целях с пользой для занятия. Для этого я подбираю задания в игровой форме и стараюсь, чтобы вся информация из сети интернет была полезной. Пожелаем новоиспеченному специалисту профессиональных успехов, карьерного роста, слаженной работы в дружном коллективе.